ни в чем. Хотя нет, это смысл. Нет, это вопрос, потому что все равно. Не оставлять шерсти. Там детишки все. Мы всегда ходим на улицу. Гуляете? Да, кушаем. Мы играем в формочки, лопатки, машины, качели, катаемся на горках больших. Ой, меня зовут. Ну пока-пока, Лиз, ладно? До вечера. Никто не ставит для обнимашек. Обнимашкам все возрасты покорны. А я просто газет. Я хочу в обед. Спасибо, Антон. Я как классная! Обнимашка. Нет, это же не классная. А это, собственно, земля. В общем, у меня номер, который мы делали один день. И у меня выступают девочки маленькие, которые учили его один час. И поскольку он стрёмный... Мы посвящаем эту песню прекрасной юной Елизавете, которую встретили здесь, в горизонте. Я нарисую облака и подарю их на прощание. А это мы, города, не сокращаю расстояние. Нет, Зарин не выделяет. Хочется верить, что вы увезете о горизонте самые светлые, самые замечательные воспоминания. И, конечно, мы будем рады видеть вас на этой базе и следующий год, и через год. И я бы хотел закончить свое выступление очень редким стихотворением Александра Сергеевича Пушкина. «О, где б судьба не назначала мне безыменный уголок, где б ни был я, куда б ни мчала она смиренный мой челнок, где поздний мир мне не сулила, где б не ждала меня могила, везде-везде, в душе моей, благословлю своих друзей». Есть большие глотки! Ну, мы ждем, не знаю чего, кого... Подождите, подождите, девушки, вы сказали через 20 минут, они наступают только через 20 минут. Через 10 минут, через 10 так минут. Так что через 10 минут? Мы встречаемся на первом этаже и идем на море! 80! Аллилуйя! 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 80! Аллилуйя! Ира! Ира, мы будем через 10 минут! Аллилуйя! Аллилуйя! 80! Нет, я боюсь.
Остальные листья. Раз. А что ты фотографируешь кирпич? Рауди. Че, куда ты смотришь вообще? Зачем Мако? Если бы вас не он надо было... Он по терку соскучился. По терку, да. Ты не рассказал про... Нет? Где бритовцы? В общем, бритовцы. Леш, ну было, было. Что было? Ну было, ну. Чипсы. Сейчас, вы знаете, было. Мы как-то ехали... Ну, ты знаешь, я просто что-то... Нет, дай я расскажу. Ну, Илюш, вот и конец смены. Ну, как вот? Как оно? Так, мы выходим за территорию горизонта, поэтому... Возьми свет! Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте, короче, давайте, да, вот так вот. Было весело и по-другому, не то что в первый раз. Это то, чего мне не хватало с прошлого лета. Все было круто, я захлебнулась, потеряла часы. Я вас очень люблю. Хорошо, но мало, можно немного больше. Ну, на неделю больше. Но хорошо, но мало. Но на неделю можно больше. Но на неделю я бы еще, да, вот когда жара, когда сейчас парит, вот это вот все пошло, тепло на нас, можно было еще. Но в целом хорошо. А какое направление? Очень хорошее. Что, какое направление? В целом был отличный горизонт, и вид был хороший, и люди хорошие. Вернетесь туда? Вряд ли меня туда пустят. Очень мне понравилось, очень одушевное море вообще. Вот. Женщины красивые, и я некрасивый, и диссонанс. В общем, может, когда стану червем, у меня все получится, найду красивую червя-самку, и мы заведем червей детей. Как все.